Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании Xiaomi на цоколь H7, температура свечения 5000 кельвинов. Данные лампы поставляются вот в таком вот виде. Сами лампы в защитных колпачках идут, в колбах пластиковых, дабы не повредились они при транспортировке. Мощность 35 Вт. Подключаются на 12 вольт с помощью вот таких вот двух проводов. И также к блокам розжига. К блокам розжига ведут вот таких вот три пластиковых разъема. Блоки розжига могут быть различной формы, типа, но главное, чтобы мощность у них была такая же, то есть соответствовала лампам. Также 35 Вт. Подключаются они очень легко. Все подключается разъем в разъем. Вот так вот. Ну и остается только подключить провода питания. Подключать все нужно до щелчка, чтобы хорошо, надежно все закрепилось. Так, минус и плюс. Лампа у нас зажигается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Благо, в ксеноновых лампах яркости не занимать. Они очень яркие все, поэтому обязательно после установки любого ксенона в автомобиль нужно обязательно откорректировать фары, дабы не слепить встречные автомобили. Как мы видим, температура свечения уже набралась, то есть 5000 кельвинов, как и заявлено производителем. При покупке на комплект распространяется гарантия. Более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.